фокусник. Якой клоунской одежде я не просто так хожу, я детишек на манеже развлекаю и смешу. Достаю из шляпы зайца, ох, куда ж он подевался, сдох ушатый фокусник, вот такой я фокусник. Кто не мечтает о том, чтобы быть известным фокусником? Известность, деньги, много волшебных уловок. Интересно? Вот ваш шанс. Хотите оказаться за кулисами мира волшебства и фокусов? Тогда онлайн-игра «Фокусник» – отличная альтернатива для этого. Человек, стоящий в цирке на сцене, никакой не чародей и не волшебник. Он обычный иллюзионист, проворачивающий трюки, которые выдаются за сверхъестественные способности. Дурить публику – это его работа, а делая фокусы эффективными, он еще и поднимает настроение зрителям. Каждое представление является чередой действий, отвлекающих внимание и заставляющих аудиторию сконцентрировать взоры на второстепенных моментах, пока гость программы творит настоящее волшебство. Взмахи волшебной палочки, пафосный съем шляпы, благодарственные наклоны перед залом – это лишь малая часть той пыли, что пускает глаза, пока ассистенты помогают иллюзионисту провернуть ошеломительный фокус на сцене. Фокусник никогда не действует в одиночку, ему помогает как минимум один человек, остающийся вне поля зрения, чтобы иметь возможность незаметно переставлять предметы, выводить со сцены животных, подставлять разные предметы, способствующие проворачиванию трюка. Представьте, что это вы, ассистент, который часами оттачивает действия, чтобы потом вместе с иллюзионистом произвести фурор на цирковой арене. В игре «Фокусник» вы примете на себя роль фокусника, который еженедельно радует зрителя невероятными представлениями. Поэтому после его представления публика начинает верить в магию и волшебство. Игра представляет собой простую аркаду, которая отлично подходит для взрослых и детей. В ней вы увидите, как на самом деле делают самые знаменитые фокусы. Ведь за каждым из них стоит ловкость рук и никакого мошенничества. В начале игрокам показывается небольшое выступление того, как проводится трюк. Для этого вам достаточно нажать кнопку «Посмотреть трюк», и тогда вы увидите шоу таким, каким видят его зрители. После этого на втором этапе, по ту сторону занавеса, тебе открываются все секреты хитроумных механизмов, при помощи которых делаются трюки. Фокусник должен нажимать секретные кнопки, дергать рычаги, проводя быстрые обманчивые пасы руками. Тогда все выстроится в правильную логическую цепочку, которая приведет к образованию полноценного и хорошего выступления. Никто из зрительского зала не сможет заметить, в чем тут подвох. А вы при успешном выполнении получите только массу оваций, аплодисментов и прибыли. Зеваки непременно придут снова. Благодаря игре «Фокусник» вы узнаете, как делаются самые разные фокусы, начиная от простого кролика из шляпы до удержания равновесия без каких-либо опор. Будет весело!